Если вы приходите домой кому-то, и там в прихожей висит вот такая длинная ложка для обуви, эти шарят за удовольствие реально. А эти позаботили. Вот такая длинная, знаете. Ну это же не пластиковая, а вот тут из титанового сплава, блядь, которая не гнется ни хер. Чтобы обувь вот так надевать, вот так. Вот так вот. Чтобы вот так обувь надел и свет выключил вот так вот, блядь. У соседей, бля, вот так вот, нахуй. Потому что иногда приходишь, гости такой, тут про кайф вообще не слыхали. Вот эта мандюлька висит, вот это вот, блядь. Вот это вот. Ложка для обуви, которая большая ложка. Для обуви вот эта маленькая. Это вот ложка, которую так вот в кроссовок ставил, и ходишь с ней, блядь.